Здравствуйте, дорогие любители моего канала. Сегодня утром мой муж и друг будут жарить паприку, как я поняла. Паприка это что у нас? Это... Ой, перец! Перец, хотел сказать болгарский перец. Говорит, не болгарский, сербский. Все, сейчас пойду на улицу, посмотрим. То есть на мангале они жарят перец и какой-то там соус из айвы будет или что-то. Ну, короче, сейчас все посмотрим. Вон там у нас мангал, барбекюшница. Будем жарить паприку. О! Это столько паприки! Мы будем кушать всю паприку, да? Вот это будет все жариться. Печься. Как на сербском жарить? Печь. Печь? Будем печь? Вот здесь. Пока мужчины там мангал делают. Еще раз пройдемся по нашей территории. Цветочки здесь. Вот такая вот тетя, мой муж, красавчик. Будут жарить. Ну, как удобно вышел. Здесь сразу. Ясно. Мы это все будем жарить? Столько коробок? Радован, вот это все надо пожарить? Морковка? Да, морковка. А на сербском? Шаргарепа. Шаргарепа. Понятно? Какая-то репа. Шаргарепа. Пойдемте погуляем. Немножко по району. Наша масынка. Чуть-чуть прогуляемся. Это машинка хозяйки. Это ее дом. Прикольно. Какой спокойный район. Ну, не учитывая, что сербы громко разговаривают, район достаточно спокойный. Я так понимаю, здесь не дешевые дома. Объясню почему. Потому что вот этот четырехэтажный дом, в котором мы снимаем, это по трехэтажный, неправильно сказал, это полностью дом принадлежит хозяйке. Первый раз одна иду куда-то. Хочу вот этот дом посмотреть, вам показать. Погода хорошая, ветра нет. Поэтому можно пройтись, прогуляться, пока не там дело. Ой, какой красивый. Знаете, какая оригинальная архитектура. Я вам уже говорила, в Сербии кто на что гораст. Сам себе архитектор. Мусорные баки возле каждого. Такие балконы. Ну, далеко не пойдем, я еще боюсь. Рядом дом с нами. Улица, это улица Джавана Дерича. Я начала считать чуть-чуть. У нас немножко другая улица, то есть наш дом. То есть получается через дом уже другая улица. Своеобразная. Вдалеке многоэтажки. Мы можем сказать, в маленькой Сербии.
уйду. Хотя снимать тоже нежелательно, частная собственность все-таки. Но мне очень нравится наш дом вот напротив наших соседей. Не знаю почему, какой он такой уютный. Многоквартирный, но очень уютный. Здесь во дворе детишки играют часто. Вот у нашей хозяйки веранда есть. Она сказала, вот эта комната с верандой, это ее комната. А вот, смотрите, мы прошли два дома. И теперь наш дом, эти улицы, теперь Влады, Девляна. Сложно мне еще читать. А, не-не-не-не-не, это она была, вот это вот, а наш стоит на воевода Влаховича. Короче, ребята, можно запутаться. Чао. Чао. Вот так вот. Надо быть любезными с людьми. И они тебя отвечают взаимностью. Вот, сейчас муж почистил морковочку. Он ее будет варить. Потом этой морковочкой, как мне объяснили, будут фаршировать перец. Опять варить, и потом жарить. Но какое-то блюдо айвар будет. Дорогие мои, мы сегодня попробуем, что это такое. То есть я попробую, а вы через экран. Ну, смотрите, морковка, это уже чищенная. Ну, у нас тоже продается чищенная. Муж только порезал ее в такую кастрюлю. Ну, здесь, естественно, сейчас будет кафе. Без кофе никуда. Вот эта певица мне понравилась. Пока я их там жду. Отсвечивает немножко у меня тут экран. Я вам неправильно сказала, дорогие мои. У меня на утро будет мясо, а паприка это на зиму. Сейчас они будут, ну как, закрутки у нас делают, или как это называется. Это вот это, все это на зиму, чтобы зимой потом кушать эту вкусняшечку. И этим занимаются не женщины, как у нас, а мужчины. Как приятно. А какой красивый мужчина. Девочки, он свободный. Вот они жарят паприку. Короче, суть в том, что сначала паприку жарят, потом с морковкой тушат, как я поняла, варят. А потом это зимой едят. Это блюдо называется айвар. Да-да, я могу сказать. И это все называется айвар. Так прикольно. У нас такого не делают. Очень интересно. Я хочу конечный результат увидеть. Вот эти штуку трашит, скажешь, что ты не помираешь, у нас уже меты. Бегу, бегу. Наша хозяйка. Очень красивая женщина. Леса, леса. Вот. А ты питам? А на уютную кучу на ну, а это каждый жарят. Паприки складывают. Печеные. Вот такой пока процесс у нас. Паприки, перца очень много. Понимаешь, сюда под. Короче, скоро мы с вами увидим конечный результат. О май колонок. Хозяюшка наша здесь, этого дома, приглашает сейчас с ней выпить. Вот домашняя какая-то настоечка или что-то. Ну вот как откажешь-то? Тем более хозяйки дома. Ой, девоньки, сопьюсь я тут в Сербии. Ну, пьем настоечку хозяйки, вы не поверите. Знаете, из чего здесь даже гонят? Из грецкого ореха. Это настойка из грецкого ореха. Очень вкусная вещь. Меня хозяюшка пригласила выпить алкоголь. Она сама делает.
Это вот такая вот настоечка или что? Это на грецких орехах. Ну, представьте, вы говорите, русские пьяницы гонят из всего. Сербы гонят из грецких орехов. Такое первый раз, но очень вкусно. Это какая-то сладкая такая вещь. Она как бы со спиртом. Это алкоголь, но это вкусно. У них это просто сидишь, вот это пьешь, это не закусывается, это не запивается, это вот так вот по чуть-чуть надо цедить. Там суетятся, я пока выпиваю. Поэтому, ой, чувствую, нам вечером еще идти, не дойду-ка я никуда. Ну, вот такая вот вещь. Так что, знаете, из грецкого ореха тоже можно делать. Это, ну, неплохое, неплохое. Очень вкусная вещь. Я просто не ожидала. Меня пригласили, сказали, пойдем выпьем. Сама делаю. Это как настойка. У нас из рябины делают и всякого. Вот у них из грецкого ореха. То есть здесь есть алкоголь. Это такая резкая вещь со спиртом. И сладенькая. Вот грецкий орех, он прям приторный такой, сладенькая. Вот так вот. Так что не знаю, выживу я ли в Сербии или сопьюсь. Но опять же, у них не напивается, вот, вот по столечко и все. То есть больше вам и не дадут. Дали столько и сиди потихонечку. Можешь час, можешь два, а можешь за пять минут и все. Но я вот по чуть-чуть, по глоточку. Так что, знаете, из грецкого ореха тоже можно делать настоечки. Вот, кстати, конечный мой результат. Еще варится. Это вот и есть айвар. А? Это перец с морковкой. Баклажаны там сюда. Все это вот обжаривалось. Потом тушилось, крутилось. И вот такая вот штука. Потом, как у нас, в баночке. А его я включаю, сейчас это... спорит, он ведь почти так греет. Муж с мамой разговаривает. Саму доделать надо. И будет вкусняшка на зиму. Так, вот виноградик еще здесь. Так что, мои дорогие, у меня вот такая зарисовочка получилась. Я думала, это будет такой вот завтрак. Оказывается, это мужчины у нас будут заготовки на зиму делать. Представьте, как классно. Ох, ты посмотрите, виноград домашний. Я вот не знаю, можно взять. А давайте мы пролезем. Пойди меня не наругай. Какой вкусный. А то здесь вот дом. А походу мы к соседям залезли. Смотрите, виноградная лоза. Так что спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Сегодня вот такой вот у нас получился обзор, немножко неправильный, но вы поняли, это заготовка, будет айвар. Заготовка на зиму. Я вас всех люблю. Пока-пока.